41-м году вместо школьного звонка учителя и учащиеся школ слышали вой сирен и взрывы немецких снарядов. Кто-то из учителей ушел на фронт, а кто-то остался преподавать в перерыве между бомбежками. Имена героев навсегда вошли в историю. Здорово, что проходят такие выставки. Естественно, здесь не все наши учителя, наши замечательные педагоги, которые в годы Великой Отечественной войны показали свои самые лучшие качества. Но это для всех нас еще повод, стимул вспомнить наших учителей. Война была долгой, но всегда в войне есть и проигравший, и победитель. И поэтому нашему народу, народу-победителю, досталось очень важное и главное в этом всем действии. И основная заслуга – это, конечно же, нашим педагогам, наставникам, учителям. Международный проект «Большая история» направлен на историческое просвещение граждан страны. Фотовыставка приурочена ко Всемирному дню учителя и посвящена подвигу преподавателей Великой Отечественной войне. Это очень важно нам помнить нашу историю, помнить историю наших героев, героев великой страны и малой родины. Потому что в противном случае, если мы не будем знать нашу историю, за нас ее напишут другие. Фотовыставки открыты на базе крупнейших вузов региона до 10 октября. В конце года крупнейшей международной акцией проекта станет тест по истории Великой Отечественной войны, которая пройдет 3 декабря в день неизвестного солдата. Дмитрий Белов, Александр Жучков. События, Брянск.